Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня я нахожусь на Ярах, чтобы заснять праздник 9 мая. Поздравляю всех с праздником. Все светлее. На север с юга прилетают стаи соскучившихся уток и гусей. От Вологды на Кроны набегает прозрачная зеленая волна. И кажется, никто не вспоминает, что этот край не обошла война. Нет блиндажей, они давно забыли. Бетон пока что дерево целей. Морские волны так и не размыли остатки здесь стоявших батарей. А вдалеке ягодские сосны над морем вечным стерегут покой. Молчание скорбным осеняет звезды солдат, не возвратившихся домой. И пусть всегда надежду пробуждает ликующая юная весна, но в день победы каждый вспоминает, что край наш тот.